что, друзья, привет! Наконец-то получилось выбраться на охоту. У нас 3 недели лил дождь. Вообще невозможно. Воды, вообще море стало в канавах. Открылась у нас сегодня охота на зайца, на пушнину. Хотелось бы, конечно, уже поставить капканчики на куничку, но пока очень тепло. Не знаю. Думаю, что пока не стоит ставить. Хотя я сегодня, вот пока ехал на охоту, на асфальте нашел норку. Вот пока ехал на охоту, нашел такого куна. О, говорю, куна. Нашел норку. Кота такого хорошего. Сбила машина. Видно только, вот свежий-свежий видно сбила, потому что я когда его забрал, он был такой мягкий еще. Сейчас уже закоченел. Посмотрим. У нас погода теплая, интересно, что там, как зверь. Я шкурку-то сниму, посмотрю, как она нормальная будет, нет. О, зайчика подняли. Ах, далеко что-то он так поднялся. Косой, а. О, чего, пошла по зайцу. Пошла, пошла. Что, чего, ушел зайчик, да? Ушел. Что, интересно, далеко поднялся. Я думал, они будут сегодня с под ног подниматься по такой погоде. Чего? Чего? Хорош заниматься ерундой. Чего? Давай туда. Туда, туда. Давай, 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 давай. Под лозой лежал. Сейчас пойдем проверим вот тот кустик. Там, конечно, совсем низко в том кусту. Но по краю может быть. Лежать. Бывает, что лежит. Ага, тут вода по краю. Тут лежать не будет. Надо забрать, потому что это надолго. Фу-фу-фу. Нельзя еще. Пошли. Не надо. Я его словлю так. Солнышко вот вышло. Вообще зашибись стало. О, только жарко. Я что-то тепло так оделся. А сейчас в деревню обратно приду. Сниму куртку с под низа. Так. Эх, ты еще одного зайца подняла. Еще тут один заяц поднялся, но я его даже не видел. Чего его погнала туда, в сторону леса. Ну, уже 2 подняли. Это уже хороший результат. Далеко тоже поднялся. Я его не видел, не слышал. Конечно, тут такая трава, блин. О, по груди.
Без собаки был бы, даже и не знал бы, что зайца поднял. Ай, молодец, Чива. Молодец. Это вот тут он и лежал. Вот для чего. Ну-ка покажи Лёшечку. Лёшку. Это тут лежал, да? А, вот он лежал. Вот его Лёшка. Пока 2-0 в пользу за... На краю. На краю корчея я поломился туда. Вглубь. Почему-то. Чтоб по краю тут шел тут. По-любому его увидел бы, хоть стрелял. Хоть стрельнул бы в него. Ну или в его сторону. Сидит вот кот. О. Рыжий. Собака мимо пробежала. Повезло ему капитально. Тому коту. Давай, 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 давай. Ищи. Чива поднял еще одного зайца. Падла пошел не на чистое, а туда, в сторону деревни. Лежал возле заброшенной фермы. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Тут тоже когда-то был. Что-то типа хранилище для тюков. Такая железная, железный каркас и крыша. Такое огромное сооружение. О! Есть, хорош. Чего возьми? Взять! Взять, 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 взять! Прыг, 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 прыг! Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Хорошо, хорошо. Отлично. Фух. С поля меня. Чива, молодец, молодец. 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 Наш, 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 наш зайчик. Наш зайчик. Хорошо, добыт одним выстрелом. Все с открытия меня. Ой. Четвертый заяц. Три штуки поднял. Одного видел первого, двух не видел, чего поднял. И вот, наконец-то, четвертого поднял. Вот сегодня много зайца поднял. Но одного только добыл. Ну и то отлично. Еще как бы не конец охоты. С полем. Не договорил. В общем, тут... Вот где поднял. Раньше тюки тут хранили. Тут остатки шифера, вот валяется всякий мусор, короче, остался. Такая железная конструкция, каркас, и сверху крыша была. А потом этот колхоз, в общем, развалили, разбурили все. И сейчас тут зайцы лежат.
О, заяц пошел, блин. Как он так поднялся далеко, а? Сейчас Чива его возьмет его след. Блин, так он далеко поднялся, слушай. Сейчас мы заодно и посмотрим, где он лежал. И откуда поднялся. О, вот откуда он поднялся. Так, где-то тут куропатки должны быть. Я видел, как они перелетели. Далековато они были. Что, промазал я, промазал. Пошли. Одну сбил. Ищи, ищи! Где-то тут. А вот она. Есть куропаточка. Хорошая. Кто не знает, как отличить куропатку мальчика от куропатки девочки. Вот у куропатки мальчика на груди подкова, а у девочки такие чик-чик, пятнышки. Хорошо. С тройки взял. Стояла тройка на зайца. Решили мы немножко поменять место дислокации, и вот что получилось. Уже одного зайчика подняли и куропаток. Ну, куропатки, это, конечно, это расстреливание патронов никуда. Это там... В них попасть сложно. Почти невозможно. Так, где моя собака? Она все эти куропаток ищет. Она посреди поля бегает. Я только не понял, откуда этот заяц последний поднялся. Мы уже вот так вот целое поле с Чивой обошли. По краю кустарника. И ни одного зайца не подняли. У меня такое ощущение, что тот заяц лежал прямо на поле посредине. А не в кустах, которого я видел. Потому что я видел, как он бежал. И мне показалось, что он как бы с кустов выбежал. Что мы его подшумели. Возможно, он с поля просто поднялся с чистого. Во какой махлося. 43. 43-44. О, лося.
подняла чиво, блин. Ты опять не туда пошел, а? Скот. Она его здесь подняла. Он выскочил на дамбу там, за корчами. Оббежал метров 100. Выскочил так, и вот она побежала, короче. Но я его не видел. Ну, хочу вот еще это поле, кусочек вот этот вот, с травой. Хочу по-быстренькому пробежаться. И вот к тем кустикам сходить. Тут может что-нибудь лежать. Опа. Вода тут. Тут вода. Ничего лежать не будет. Тут вода на этом поле, в этих низинках, где зайчик бывает ложится. Водичка. Какие тут тюки. А вот и куница ходила. Кажется, вот посередине поля. Свеженько. Ну, у них сейчас миграция, как бы, расселение. Молодые расселяются. И ходят тут, ищут себе, где жить, ареал обитания. Вот она, видно, где-то шла, тут пометила. Скорее всего, я так думаю. Кстати, вот в этом, примерно в этом месте, в этой посадке, может, лет, не знаю, 8 назад, давно, в общем, еще была у нас такая черная собака, лайка, европейка, боцман. И мы ехали и увидели на глаза куницу, шмыгнула тут в корчи, в этой, ну, в тополях этих. Выпустили, и она нашла ее, загнала на тополе. Мы добыли куницу, тоже где-то примерно в это время. Ну, это было с утра, а сейчас уже под вечер. Я думаю, что куница дневать не будет в такой фигне. Ну что, вот такое вот получилось открытие. 6 зайчиков поднял сегодня с чивой. Это вообще такой нормальный результат для... Ну, потому что я один ходил, как бы. Обычно меньше поднимают. 2, может, там. Одного взял, 3 я на глаза видел, куропатку взял. В принципе, охота вообще мне понравилась. Устал, правда, не с привычки по этой траве волочить ноги. А так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Зайцев еще много осталось, поэтому, я думаю, еще будут интересные охоты. Все, всем спасибо за просмотр.